Ух ты, и снова я. Александр Кривлак, печенье. Ребята, магазин «Градус». В магазине «Градус» на втором этаже находится выставка художников. К дню дня рождения, 150-летия дню рождения Репина. Ну что, пойдем в магазин на второй этаж. Пошли. Так, мы пешили потихонечку. Августа 2019 года была открыта в нашем поселке Печенеги Харьковской области по инициативе Матузного Сергея Ивановича была открыта художественная галерея имени Семирадского, Генриха Семирадского. Перед нами находится вот Генрих Семирадский. В основном на выставке работы наших земляков. Что, пойдемте потихонечку будем смотреть картины. Красота какая, ребят. Я чуть-чуть отойду, чтобы видать было картину хорошо. Красота. Красота. Это работы Суркова. Учителя. Сейчас, наверное, пенсии. Работы Суркова Анатолия Васильевича. Ну, смотри, красавец. Эта сторона. Красивая. Сейчас одену очки и посмотрим. Красавец. Красиво, да? Мельница. Здесь картина красивая. Художник Думбур. Красавец. Кто желает посмотреть эту выставку? Приезжайте и смотрите. Выставка находится возле центральной автостанции в магазине «Градус» на втором этаже. Семирадский. Это Генрих Семирадский. Кто любит живопись, проезжайте и смотрите. Красивая картина.
Я не читаю, ребят. Мне трудно будет почитать и сказать, чья картина. Извините за это. Будем только смотреть. Кто желает, проезжайте, смотрите. И все, вам все расскажут за все эти картины. Красава. Какая красота. Очень красиво. Выставка открылась 23 августа 2019 года по инициативе Матузного Сергея Ивановича. Хорошо, что есть такие у нас в печенеге люди, которые собрали такую красивую выставку. Уже будет немножко хуже видимость против солнца. Наша украиночка. Кто желает посмотреть выставку, проезжайте. Выставка открыта ежедневно. По улице Харьковская, как раз напротив центральной автостанции. Это не реклама. Это не реклама. Это 910 год. Сделана картина. Поехали дальше. Красота, ребята. Очень красиво. Красиво, да? А с окна печенеги посмотрим. С окна видно печенеги. Автостанция. Машины удали. Пойдемте дальше. Дальше. Он прекрасно. Прекрасные цветы. Картина. Это Николай Корнейко. Работы Николая Корнейко. Смартовой.
красота. Красиво. Пойдемте дальше. Да, отсвечивает солнце. Так. Да. Агасян нарисовал эту картину в 1959 году. Идем сюда. Кто любит живопись, проезжайте, смотрите галерею картин. Очень красивые картины. Все картины наших земляков. Картина «Коваль С.О. 1994 год. Город Харьков». Красиво. Ну вот, ребята, и завершаем мы просмотр картин в галерее. Это последняя картина. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребятки.